Ля-ля-ля. Доброе утро, доброе утро. Раз, два, три, раз. Самое удивительное, что сейчас не только у нас, но и у многих других участников проекта паркет является основным. То есть мы все переключились на паркет почему-то с большим рвением. А ты лягушек умеешь готовить? Попробуй. Ну, умеешь? Зачем? Попробуй лягушку. Лучше я делать лягушку. Почему? Мы здесь сделали номер такой с юмором. Потому что от нас ждут лирические номера. И вот предыдущий танцевальный номер нам очень запал в душу. И мы хотели немножечко поменять амплуа и сделать такой характерный номер. На льду я свой прогресс сейчас не вижу, я вижу только регресс. А вот в зале существует реальный прогресс. Начали мы вот с такого номера, а сейчас уже у нас там целая баллада. Ты быстро не беги, потому что я тебя отпустить. Давай. Я держу. Вторую. Я рада, что есть такой проект, где можно немножечко похулиганить. И это наш проект. И мне кажется, осталось уже так мало времени до окончания проекта. И хочется вот уже сейчас, вот уже я стала чуть-чуть посмелее, вот пробовать. Может получаться, может не получаться. Но на душе спокойно, что... Я рискнула. Зара и Антон Сихрулидзе. «Ты дарила мне розы» в исполнении группы «Ночные снайперы». Ты дарила мне розы, розы пахли полынью. Знала все мои песни, шевелила губами. Исчезала мгновенно, не сидела в засаде. Никогда не дышала тихонько в трубу. Мы скрывались в машинах равнодушных таксистов по ночным автострадам, нарезали круги. Ты любила холодный обжигающий виски и легонько касалась горячие руки. А потом было лето, мы прощались и знали, мы с тобой одной крови, мы небесных кровей. Твои драные джинсы и монгольские скулы, ты была моей тайной засновой моей. Она добилась своего. Не иногда, и вот сегодня тоже кажется, что в этой паре Антон такой отточенный, артистичный, каждый жест закончен, и на его фоне Зара проигрывает. Не показалось сегодня? Заре не хватает хореографической подготовки, она же не профессионал. В этом номере, опять же, Антон продемонстрировал, что он прекрасный партнер. Мне показалось, что хореографически немножко был бедноват номер. Ребята справились, в общем-то, хорошо, но не хватало танца, не хватало танцевальных движений. Для одного дня шикарно. Зар,
Петра. Антон Сихрулидзе, Россия. Оценки за технику. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,92 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 11,92 балла. Ингеборга, мне бы очень хотелось услышать твое мнение. У меня есть вопрос. Ну-ка. Вот эта поклонница Антона, она как фигуриста его или как на другой работе? Как мужчин. Фотография как на другой работе. Как на другой работе. Как тебе повезло. Спасибо. Нет, вообще задорный, классный, веселый, замечательный номер. И жесткий, да. И если бы тут не было вот таких маленьких помарок, которые все-таки остановили ритм, а ритм был великолепный, то, конечно же, было бы 6-0, 6-0. Конкретно. Но вообще я вас поздравляю, вы молодцы большие. Саша, а ты вот этих маленьких помарочек не заметил? А я же за настроение ставлю оценки. Мне показалось, мне было интересно, но как эту песню, вот как эта песня именно будет сделана. У Зары, у нее образ лирической певицы, она поет песни. Ну, может быть, есть какие-то быстрые песни, но на проекте, когда открывается в человеке юмористическое какое-то вот начало, и в этом номере в полной мере Зара сыграла сумасшедшую, безумную поклонницу, которая достала и достала таки в конце концов человека, кем бы он ни был. Она выполнила эту функцию, эту роль сыграла, и мне это очень порадовало. Мне все зашло. Музыка сложилась. И абсолютно ничего не сломала. Очень весело и лихо. Антон, ты так был в этом убедителен? Скажи, пожалуйста, ну, на той работе, на этой работе, но, тем не менее, были у тебя такие встречи с такими поклонницами? Нет, таких встреч не было. Это мечта, dream. То есть, как только первые появятся, то есть вся твоя судьба сразу и решится, да? Ворвется в дверь и заполонит? Будем посмотреть. Ушел от ответа. Зара, ты сама вышивала футболочку эту ночами? Я сама выбирала фотографии, вышивала. Но на самом деле у нас уникальный проект, потому что действительно меня все видят в кринолиновых платьях, когда я пою романсы. А в нашем проекте можно похулиганить. Многие дали от нас именно лирический номер, потому что они лучше нас получаются. А мы решили так немножечко обмануть. Но я считаю, что, конечно, были недочеты, но было настроение и кураж. Это самое главное. Это самое главное. Скажи, пожалуйста, а в жизни ты любишь хулиганить? Нет. И вот так вот и анекдот не расскажешь. Идет там ежик к рыбачку. Нет, не расскажу. Зара, приходи ко мне, я тебя научу дурному. Хорошо, спасибо вам большое, удачи.